Сеть агентств Viking Touristic предлагает вам тур в Турцию на отдых в отеле Kirman Arikanda Deluxe продолжительностью 7 ночей на 2 человек. Стоимость тура с вылетом из Москвы от $820. Добрый день, меня зовут Насинов Евгений. Сейчас мы будем с вами инспектировать отель Arikanda, линейка отеля Kirman. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Отель Arikanda Deluxe расположен в 35 километрах от центра города Сиде и в 40 минутах езды от водопада Манавгата. Поездка до аэропорта Анталии занимает 2 часа. У них общая территория с отелем соседним, можно пользоваться его территорией, нельзя пользоваться главными ресторанами и барами. Отель располагает спокойному отдыху, играет красивая музыка, чувствуешь себя здесь как дома. $11.74 стандарт. Значит, здесь у нас одна большая кровать, маленькая, разделено покрытие. Здесь у нас плитка, здесь у нас паркет, большой балкон с видом на море, на территорию, бассейн, кондиционер центральный, ванна, душ, раковина, есть фен. Номер 1175, Family. Ванна. Фен. Здесь одна комната, в ней две кровати, одна большая, одна маленькая, балкон, центральный кондиционер, телевизор, покрытие, плитка и ламинат. Вторая комната разделяется дверью. Здесь две кровати, балкона нету, тоже центральный кондиционер, покрытие, ламинат и плитка. Большое окно панорамное с видом на море. Плазменный телевизор небольшой. Иллюминатор. Лилия, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, пару слов о вашем отеле. Ну, у нас прекрасный отель, как уже более известно на европейском рынке. Уже 5 лет, как на русском рынке. У нас много гостей постоянно из России, также из Европы. Ага. Более семейный отель, очень хорошая инфраструктура, очень хороший пляж. Так как наши гости ссорятся с остальными гостями, почему же на нашем пляже, потому что это наш пляж. Для детей очень хорошо, и приглашаем всех, идем отдыхать. Лилия, спасибо большое. Нет, до свидания. Хорошо вам работать. Визит к отелю, если какие-то вопросы возникнут, вы можете связаться. Давайте подытожим по отелю Kirman Arikanda. Он был построен в 1998 году, в 2014 году была сделана реновация. У него концепция Ultra All Inclusive до 23.00. Общая территория есть с отелем Леодикия. Есть тренажерный зал, хамам, сауна, номера с балконом, мебель новая, сейф 2 евро в сутки, Wi-Fi бесплатно, соки 2 евро, для постоянных гостей у них соки бесплатно, халат, тапочки, соки для постоянных, все это бесплатно выдается. Стандарт, тип номера у них есть стандарт и Family. Активная анимация каждый вечер, мини-диско проходит, дискотека, напитки до 2 часов ночи бесплатно, а-ля-карты у них 4, но они все платно. Все. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам был полезен даже данный материал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах!